Орхидеи едут на ПМЖ, а я еду к другу Архаману, еду к Диме, везу ему его фаленопсис. Наконец-то он будет уже у своего хозяина. Ну, еще там некоторые свои орхидейки, некоторые тут в коробках в машине, а некоторые в багажнике. Отправляю ему некоторые орхидеи, которые уже совсем большими стали. Например, крестата моя целогина, тазик. Я там себе несколько оторвала, посадила. Хотела просто разделить, а не получилось, поэтому там несколько бульбочек себе пусть опять растет. Хочется нагрести опять новых орхидей, хочется чего-то нового. А место занимают старые, которые разрослись большие-большие. А еще хочу проведать у него некоторые мои орхидеи, которые уже давно у него живут. И вообще посмотреть на его орхидеи. Сделаю видео. Ну и наконец-то с ним встретиться. Потому что мы с ним уже сколько общаемся, дружим, можно сказать. Не можно сказать, а мы реально дружим. А не виделись еще ни разу. Дорога занимает около 3 часов езды к нему. Но из-за того, что на дорогах очень много строительных работ, мы уже потеряли 20 минут дороги из-за этих всех объездов. А хочется быстрее приехать. Погода хорошая. Вчера у нас вечером был дождь. Поливать орхидеи не пришлось на улице. Попрыскала, ну, полила только на веранде и в теплице. И сказала, ждите до вечера. Я знаю, что у него там еще есть некоторые орхидеи интересные из Бразилии, и он еще будет делать заказ. Поэтому, если что-то интересного на грибу, куплю еще. И, наверное, опять буду делать заказ и буду думать, с кем еще расстаться из своих. Какие же мы все-таки ненормальные. Мне муж говорит, у тебя, говорит, вот то место в голове, которое отвечает за орхидеи, как, говорит, распределяет желание, какие орхидеи купить, какие оставить, говорит, ты как маленький ребенок, говорит, одни купила, другие не отдала, говорит, остановиться никак не можешь. Вот опять подъезжаем, какой-то объезд, переезд будет, вот эти все желтые разметки на дорогах, это значит идут какие-то строительные работы, и объезжаем. А я мужу говорю, а вдруг ты сейчас увидишь у Димы какая-нибудь орхидея цветет голубыми цветами, что ты будешь делать? Он говорит, ну буду торговаться, вдруг продаст. На этом все. Маленькое коротенькое видео. В ближайшее время будет видео, как я посетила Димины орхидеи и пообщалась с Димой. Как всегда, всем хорошего настроения, удачи всегда и везде. Пока-пока.